Мария, мне 20 лет. Я учусь в Омском юридическом институте на втором курсе по специальности юриспруденция. Одна из причин выбора моей будущей профессии в том, что мне хочется знать все свои права. Когда есть конкретные знания, идешь по жизни легкой походкой. Я считаю себя добрым и отзывчивым человеком. Люблю активный отдых, также занимаюсь спортом. Всегда иду к поставленной перед собой цели. В данный момент моя цель – окончить институт с красным дипломом. Мисс Умии – это не только конкурс, это возможность потренировать в себе волю, упорство и характер. Уважаемые зрители, на самом деле мы очень волнуемся, и ваша поддержка очень много для нас значит.